Всем привет, это снова я. Вот вышел, стемнело, вышел протестировать фонарь Феникс Эшель 55. Итак, ну сейчас не сильно темно, но камера, наверное, ну так, пасмурно как бы просто. Итак, включаем первый режим. Первый режим — это у нас 10 люмен. Ну вот, допустим, я не знаю, как на камеру это видно, но вот так вот идти уже можно, считай, нормально все будет. Уже все видно, можно где-то ходить, что-то делать на природе. Так, второй режим. Второй режим — 55 люмен. Мне кажется, это уже рабочий такой режим. Уже вполне комфортно. Так, следующий. 165. 450. Или 450, или 420, что-то я точно не помню. Ну это вообще, ну после китайских каких-то фонарей дерьмовых такой свет вообще даже. Ну это надо самому видеть просто. Так, турбо-режим. Ну в принципе, я не знаю, это как... Как будто прожектор где-то повесили. На дальних, допустим, вот я сейчас под ноги на свечу, на этот самый, на снег. Мне прям глаза режут. Ну ладно, всем спасибо, всем пока.